Здравствуйте, дамы и господа! Вас приветствует Уфа. И полуфинал 55-го личного чемпионата страны по мотогонкам на льду. Что же можно сказать? Уфа встретила полуфинал теплой погодой, оттепелью. Плюс один, плюс два. Сыпет снег очень сильный. Сейчас приедут трактора, посмотрим, что там с дорожкой в такую погоду. Но в отличие, как видите, все-таки от Москвы, где скоро зазеленеет трава, в Уфе снег был и до этого, позволило создать хорошую подушку из льда. И даже первый день гонок, а сегодня у нас уже второй день, первый день гонок не разбил ее до такой степени, что стал невозможным проведение второго дня. Но сегодня сыпет очень сильный снег, хотя, как говорят уфимцы, обещали дождь. Дождем не пахнет. Сильный ветер, снег, плюс два. И все это дело будет лепить гонщикам глаза. Итак, ну что же у нас по системе? Давайте пройдемся. Четыре полуфинала проходят одновременно в Новосибирске, Шадринске и Стерлитамаке, помимо Уфы. В Шадринске, кстати, выступает Дмитрий Колтаков, наша новая восходящая звезда мотогонок уфимская. Что же касается уфимского этапа, то здесь основная борьба и самое интересное – это дуэль Егора Мышковца, 18-летнего парня, тоже восходящая звезда мотогонок. Кстати, лед очень даже хорошего качества, чуть-чуть, конечно, мягковатый из-за оттепели, но ровный. Я думаю, никаких проблем у гонщиков не будет. Так вот, дуэль Егора Мышковца и, внимание, многократного чемпиона мира Николая Красникова, который вроде бы закончил карьеру личную, выступал только в командных гонках, но в этом году принял решение вернуться на трек в личном чемпионате страны. Что его подвигло на этот шаг, мы, надеюсь, узнаем после гонки. Вроде как Николай не против дать интервью советскому спорту. Вот, но, а сегодня вот эта дуэль. Самое интересное, что в первый день соревнований Егор Мышковец Николая Красникова-то пошел. Он с 15 очками сейчас лидирует, а Николай Красников в втором месте с 14 очками. Напомню, Егор Мышковец – это воспитанник Николая Красникова. Вот так вот ученики делают учителей на трассе. Что будет сегодня, посмотрим. И самое интересное, что уже в первом же заезде Мышковец и Красников выйдут на дорожку одновременно. Ну что ж, посмотрим, посмотрим. Система-то простая, я напоминаю, 4 этапа. И по 4 лучших гонщика выходит в финал. По 4. Нет ничего проще. Попадай в четверку, и ты участвуешь в финале личных мотогонок. Личного чемпионата России по мотогонкам на льду. Помимо Николая Красникова и Егора Мышковца, здесь, конечно же, Сергей Макаров выделяется из Луховиц. И он, скорее всего, тоже попадет в финал. А кто же будет четвертым, мы узнаем совсем скоро.